Стоит ли тратить время на фарминг мемкоинов? На какие и почему? После того, как я нафармила 55 тысяч нуткоинов и продав на бирже OKX только 15 тысяч токенов на 190 долларов, то решила поделиться с вами еще несколькими таполками, на которых так же, как в нуткоине, можно будет заработать. В этом ролике я покажу две таполки – Hamster Combat и TapSwap. Эти две таполки в рейтинге по телеграм-каналу занимают второе и третье место после нуткоина. По количеству подписчиков на эти приложения на официальном сайте в телеграм-канале. Нажимаете на каждую ссылку под этим роликом, который находится в описании и в моем закрепленном первом комментарии. Вас перебросят в мессенджер Telegram. Нажмите «Перейти на бота». В боте нажмите внизу «Старт». В бот Hamster Combat я зашла 17 апреля, а в TapSwap чуть раньше, 7 апреля. И если смотреть на мои результаты на 24 мая, то начинать фармить эти токены сейчас еще не поздно, тем более бесплатно. За неполных 2 месяца мои результаты в обоих приложениях выше лига. В хомяке пройдено 9 из 9 этапов, на общем балансе более 100 миллионов токенов, прибыль в час, то есть энергия, 618 тысяч. Эту прибыль вы увеличиваете за счет майнинга, нажав вот на эту кнопку. Тут есть несколько разделов с карточками. Выбираете карточки с наиболее большим количеством энергии в любом разделе с наименьшей оплатой за нее. Приобретение энергии происходит за счет списания токенов с общего баланса, который вы уже нафармили. Буквально вчера тут появилось новое задание. Выполни квест, найди 3 карточки комбо, прокачай и получи 5 миллионов монет. Сегодня я нашла эти 3 карточки и получила 5 миллионов токенов. Но эти карточки актуальны только сутки. Завтра будут другие. Теперь нажимаем на кнопку Earn. Выполняем тут несложные задания за вознаграждение. Вверху нажимаем на кнопку «Ежедневная награда». Заходим сюда каждый день и нажимаем «Забрать награду». На 10-й день награда 5 миллионов. Пропустите хоть один день, вас перекинет обратно на первый день. Сколько будут длиться эти квесты, я не могу сказать. На официальном сайте Hamster Combat опубликовали статью, что количество активных игроков выросло до 21 миллиона. Запуск этого приложения был 14 марта. А также они разместили здесь ребус. Ни в коем случае. У хомяков слишком много шерсти, их нужно сбрить. Что мы делаем? Решение найдено. Заходите в Hamster Combat, выбирайте обмен, копите монеты, выполняйте простые задания и избавляйтесь. Многие считают, что нужно избавляться от баланса и выкупать карточки, чтобы вот тут на личной бирже токенов было как можно больше, что именно это количество и попадет в листинг. Возможно, так и будет. Но я не думаю, что общий баланс куда-то исчезнет бесследно. Если сравнивать с ноткоином, то там перед листингом учитывался только основной баланс, с которого урезали последние 4 цифры, а за выполнение заданий и квестов начислили незначительную премию. Так что и тут может быть любая ситуация. Поэтому я все-таки оставляю на балансе 100 миллионов на всякий случай, а все, что выше этого баланса, обмениваю на энергию, то есть прибыль в час. Перед листингом, думаю, будет больше информации, что важнее, прибыль в час или баланс. Теперь разберем самую основную кнопку, с чего и начинают приносить самую первую и основную прибыль все таполки. Это кнопка Boost. Именно тут мы начинаем прокачивать предложенные нам кнопки для увеличения фарминга токенов, времени для фарминга и дополнительный фарминг в то время, когда мы спим. Чем выше тут прокачка, тем больше фармится монет и реже нужно открывать приложение. В верхней части в этом бусте во многих таполках есть дополнительные 2 кнопки,
которые появляются каждые сутки для дополнительной прокачки. Когда вы перейдете по ссылкам в свои боты, то здесь будет первоначальная информация. В Hamster Combat кнопка Tap to Earn означает «тапай по экрану и собирай монеты». Тапать можно 3-5 пальцами, если у вас это получается. Кнопка Mine – прокачивай карточки, которые дадут возможность пассивного дохода. Прибыль в час. Биржа будет работать для тебя самостоятельно, даже когда ты не в игре, в течение 3 часов. Далее нужно будет перезайти в игру снова. Чем больше монет у тебя на основном балансе, тем выше уровень биржи. А чем выше уровень, тем быстрее сможешь заработать еще больше монет. Чтобы получить свою реферальную ссылку, нажми в приложении вот тут. После того, как игра будет завершена и выпущен токен, который распределят между игроками, вот на этом канале, на который нужно будет подписаться, будет анонс, где сообщат о листинге. Поэтому следите за новостями. Первоначальная информация в TapSwap, переведем на русский язык, это игра кликер, который также можно нажимать на экран 3-5 пальцами. Здесь вы поднимаетесь по карьерной лестнице и зарабатываете больше акций. Так же, как и в комбате, приглашаете других, и вы оба получите бонусы. Свою реферальную ссылку вы также можете получить в приложении вот тут. Чтобы выполнять задание, нажмите на кнопку Tag. Задание привязать валет Solana нужно пройти обязательно, ведь этот токен будет привязан к блокчейну Solana. В разделе Lages видим, что как только разноцветная полоска заполнится до конца, кнопка Claim засветится, и нужно будет на нее нажать, чтобы получить 5 миллионов токенов за высшую лигу. Если вы приглашаете партнеров, то вознаграждение нужно получать в разделе RevTax, нажав на кнопку Claim, когда она тоже засветится. Были задания «Пригласи одного партнера», потом 3 и 5, а вот за 10 партнеров – плюс 200 тысяч токенов. Конечно, угадать и предсказать, когда и как это будет все реализовано, невозможно. Но все задания, которые я проходила в этих играх, говорят о том, что эти два токена точно будут взаимодействовать между другими токенами в экосистеме Тон и даже через кошелек Telegram, биржи, игры и другие приложения. Уверена, что у этих приложений будет очень интересное будущее. Поэтому можно подытожить и сказать себе: не упусти свой шанс.